Такая ситуация, к сожалению, не редкость. Компании «Шумные беседы товарищей» в сопровождении алкоголя. Итог всегда один. Сотрудники милиции не дремлют. Бдительные правоохранители предпримут меры в отношении нарушителей порядка. Алгоритм действий зависит от отдельной ситуации. В случае с парнями, вступившими в грубую полемику с милиционерами, задержание было необходимой мерой. Проигранная сцена – урок для подростков, который, возможно, в скором будущем пополнит ряды внутренних войск 55-26. Так как они связаны с охраной общественного порядка, оказывают помощь структурам МВД в оказании помощи по охране общественного порядка на территории города Бреста, мы здесь собираем, показываем порядок действия войскового наряда, что можно делать, что нельзя делать, ну и как традиционно проводим небольшую мини-тренировку, порядок задержания нарушителей общественного порядка. Вторая часть мероприятия для моповцев информационная. Ребята ознакомились с особенностями работы брестских милиционеров, просмотрели фильм с участием представителей правоохранительных органов. В ходе встречи они смогли задать интересующие вопросы, узнать о требованиях при поступлении в МВД, от теории к практике. Проверить меткость милиционеры предложили ребятам с помощью специальной установки СКАД. С особым старанием ребята участвовали в состязании по стрельбе. Как оказалось, навыки в деле у них есть. Среди ребят целеустремленные юноши, знающие, кем они хотят стать в будущем. В будущем собираюсь идти в полк патрульно-постовой. Готовы работать. То есть сегодняшние знания тебе в любом случае пригодятся? Да, сегодняшние знания пригодятся. Такого рода встречи проводятся регулярно. Мы планируем проводить их еще чаще. Ребята не так давно были участниками военно-патриотических сборов на базе 55-26 внутренних войск Республики Беларусь. Сейчас это, скажем, плановое мероприятие, которое мы проводим каждый год, посвященное Дню защитника Отечества. В ходе встречи были отмечены отличники брестских молодежных отрядов правопорядка. Многие из этих ребят смогли проявить себя, оказав помощь милиционерам в ходе выполнения ими профессиональных задач. У этих подростков, без всяких сомнений, есть шанс стать правоохранителями. А пока есть желание и цель, воплощение не заставит себя ждать.